Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала. Я решил не разрезать эти самые серии, а продолжать, как-то хоть немножко все разграничивать, ну не знаю. Давайте дальше пойдем. Это Battlefield 4, и мы воюем дальше. Почему я как бы в метро тоже все? Ну потому что я люблю пехоту. Конечно, техника тоже круто, но единственное, здесь вот какие-то сервера нельзя использовать, не знаю, какие-то новые explosive, взрывчатки нельзя использовать. Я не знаю, ну не использую взрывчатки, хорошо. Не использую взрывчатки. Так, а что ставит? А, точку возрождения, да? Молодец, пацанчик ставит. Так, что-то у меня мышка. Мышка, не подводи меня, тут война, мышка. Мышка, меня не подводи. Бег, чё бег? Это я бег? Ай-яй. А, теперь мы наоборот здесь, понял. Так гранаты нельзя использовать, да? То есть, можно слеповые, шумовые, я понял. То есть, я же тогда гранаты кидал, и меня админ это самое. Понял, из-за этого. Окей, не проблема, я могу не использовать гранаты. Разрывные, то есть, по-моему, да? А давайте так ворвемся сейчас. Ага, ворвемся. Вот тут и не их плотно-то как сидит. Может быть, давайте-ка возьмем опять же поддержку. Поддержку возьмем. Пулемет возьмем мы. Так, где это я появился-то? Подождите. Ай-яй. Я понял, где это. Мы с другой стороны здесь. Я понял. Так. Они вот здесь, видите, как шьют. Шьют они. Так, план. Какой у нас план? Ложимся. Потом вот ставим так. Потом подвигаемся. Чуть-чуть. По миллиметру. Так, по миллиметру. Кто-то сверху, а? Ой, блин, а. А, они что же тут это вышли? Ладно, понял. А, он со снайперки. Снайперкой. Окей. Не, я не буду. А может инженером поиграть? Че инженер-то может у него? Че же? Что же у него инженер? Нельзя использовать взрывчатку, да? Так, нельзя использовать взрывчатку. Так, ладно. Мы же пулеметчик. Давай, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, все понял, это они оттуда уходят. Все. Ступил, сори. Теперь понятно, тут нельзя использовать взрывчатку. Не проблема. Так. Ну, давайте. Я такой, а как вот? Я не вижу, они видят. Я что-то не могу понять. То есть они же тоже не видят. Так, не проблема. Давайте снова. Так. Мой доктор, спасибо. Спасибо, мужик. Так, спасибо. Так, а что здесь, мам? Ребят, может вам тут что-то это? Патроны? А, патроны я вам дал немножко. Так, как бы мне тут это на них бы побольше их убить-то, а? Граната, световая, слеповая, понял. А, такие нельзя использовать, да? Ну, все, не проблема. Так, это кто это? Кто это вообще тут был-то? Зашел, я не понял. Так. Ну что, тактика Рэмбо, но здесь она не срабатывает. Тактика Рэмбо. Потому что сразу. А-а-а! Вот же он же оттуда шьет-то. Вы смотрите-ка. Так кто мне тут багаж поставил?
Он оттуда шил. Вон оттуда шил, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Да как же тут же... Да просто жесть. Уважаем подписчики, как же нам бы прорваться-то? А, ота-ота, ребята, сори. Оп-оп-оп-оп-оп. Сори. Так. А, вот так тебя есть. Кого-то убил в какой-то веке. А! Все, я понял, они здесь еще засели. Ладно. Просто с той стороны сели. Вообще же скач. Да и здесь как бы не... Здесь вот смотрите, наши убивают их немного. Давайте, знаете, с какой стороны... Так. Я не знаю, опять с этой стороны. Но мне хочется не с этой, мне хочется вот тудысь. Не тудысь, дайте пройти. Дайте пройти, так. Не пройти. Уходим, ребята. Е-е-е, спасатели, кто мне дали там? Полечите меня. Хелп. О, спасибо. Не знаю, ребята, говорят, что она сама лечится. А это что такое вот это? Это кнопка чего-то. Что-то включение, выключение. А, вперед, ребята, вперед. Так, дайте, впустите. Пустите Рэмбо вперед. Рэмбо сейчас под... Да, Рэмбо умер. Ну ничего. Сейчас мы вам покажем, где раки. Так, подождите, мне надо сориентироваться на местности. Значится, я, блин, пока соображу. Так, это где мы? Это вот здесь? Так, тихо. Дайте сообразить, с какой стороны я. Ага, Так. Забегаем, так, взлетаем, что-то я не понял. А, это опять с той стороны, а я с другой стороны. Не, я ж люблю с той стороны, наоборот. Я с этой не люблю стороны, ребят. Я ж с этой не люблю стороны. Дайте, я с той стороны хочу. Я хочу с той стороны. Это наш? Наш. Ты что на тебя пугаешь? Что, здесь никого нету, что ли? Это я жестко, я напоролся. На ребят, а? Видишь, Кика, видите, Кика М60, то есть использование каких-то, скажем... Так, ребят, дайте же мне сориентироваться. Побежали. Так. Я пока сейчас соображу, где я нахожусь. Так, вот я вот сюда хочу, так. Так, ты туда, да? А я вот сюда хочу. Я вот здесь вот. Вот здесь вот ребят встретил, прям их миллион ребят встретил. Так, ага, давайте. Пулеметчик Ганс прокручивает свой диск. А, вот так вот, да? Нормально, да? Сейчас. Эх, мне не хватило... Очки специализации потеряны. А почему... Ребят, напишите в комментах, почему вот какие-то очки специализации, они почему-то теряются. Вот. Мне, конечно, как бы не жалко, но... Как-то хочется понять, из-за чего это они теряются, очки.
Очки специализации. Ребята, ребята, я туда хочу, я не хочу туда. Ай, пятки, пятки. Да и подстрелили меня. Я понял, они оттуда. Так, нужно как-то нажать на курок. Сколько их, это ж просто жесть какая-то. Вот очки специ... Кто-то из моей команды-то, почему туда никто не идет, а? Почему все здесь-то, а? Да дайте мне вот туда, я хочу туда хочу. Ладно, я буду обходить. Оттуда пойду. Опа. Так. Еще там кто-то есть, нет? Давай, заходи, мужик, и я посмотрю, тебя убьют, если это изведу. А, вот же они, да? А, они здесь засели, да? Ты смотри, а. Двое. Окей, сейчас, ребят, вы не уходите, сейчас. Сейчас я вам принесу, что вы любите. Сейчас, подождите. Так, может быть, вот здесь вот можно лучше, не надо будет. Так, смотрите как, тут кто-то шел, а я его, это как его, принял-то, а? А я что-то тут не видел даже, смотрите-ка. Там кто-то нашел. О, то есть какая-то тоже интересная, я бы сказал, точка. Ай-яй, интересная тут точка, тут их вон сколько. Ну, в принципе, тут поприкольней. Потому что там что-то вообще постоянно жескач какой-то совсем. А здесь как-то разнообразие. А где это было только разнообразие-то? А, здесь, не знаю, спасибо, мужичок. О, обожаю, я в городе обожаю вообще. Что захвачено у нас? Что у нас захвачено, ребят? Что у нас захвачено? Дайте мне пострелять-то, где кто? Так, о, а мне понравилось тут с окошечка-то бить. Мне понравилось. Понравилось с окошечка тут лупить. Ой, как тут интересно. Давайте. Я встретил вас, и все такое, и в сердце стало веселей. На-на-на-на, а съешь-ка хлебушка, родной. Не пойдет, не пойдет такой этот самый трюк, не пройдет со мной. И сердце стало... На-на-на-на-на, не-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 не. Не-не-не-не-не. Не убьешь меня. Ни за что. Никогда. Так, откуда тут? Оттуда еще стрелять, да? Оттуда. Так, ты наш мужик? Может, тебе какой-то боеприпасик? О, боеприпасик. Боеприпасики. Ребята, нормально мы тут основались. Так, секунду. Выходит пулеметчик Ганс. Ага, им пулеметчика Ганса снимает. Ну конечно, снайпер. Ты да будь мужиком, возьми пулемет в руки. О, ребят, спасибо. Спасибо, ребята, меня подняли. Ну что, ребята, нас прижали, да? Прижали? Ничего, сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, сейчас все будет, ребят. Секунду. Дайте мне встать только. Дайте ко мне только встать, а? Дайте встать. А, вот там наши тоже пацаны. А, ну-ка. Ну давайте, я жду, сейчас здесь кто-то будет пробегать. Я жду их. Давайте, я держу. Пятая авеню. Вы на третьей, я на пятом этаже. Держим. Вот он. Зайчик, попрыгайчик. Скакун. Поскакун. Так, а что если мне из окошка тут выйти? Я же бухнусь, да? Там вот кто-то стреляет нещадно там. Ну-ка, давайте-ка прошьем там.
стеночку. Ага, о, там снайпер, видели, видели, меня снайпер хотел снять. Не, не получится. Ну-ка, давайте-ка. Есть. Владение ручным пулеметом. А как же? Владеем. Да, ну давайте. Кто еще по улице хочет пройти? По Бродвею прошвырнуться. Давайте-ка. Сходите в магазин за хлебушком. Давайте. Давайте. Вот он, вот он. Вот он, вот он. Претендент на получение свинца. Ай, извиняйтесь, подождите. У меня патрончики кончились. Сейчас. Сейчас он. Где там? Где там? Пулеметчик Ганс прокручивает свой диск. Не-не-не-не-не. Не пройдет. Не пройдет этот. Не пройдет этот. Давай, давай, давай. Так, оп, оп, за стеночку, за стеночку. Сейчас с этой стороны, давай, давай. Ну, выходите, выходите. Где там зайцы, которые прыгают? Зайцы-то... О, мужик-то, ты из окна прям выпал. Ты чё? А, слушайте, у меня что-то это... Так, подзаряжаемся, подзаряжаемся. Да, о, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, сейчас, 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 сейчас. Пулеметчик Ганс выйдет. Тихо. А, ага, ага. Отомстил, да? Отомстил, да? Ничего, ничего, ничего. Сейчас, 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 сейчас. Давай, давай, возрождайся, братюня, возрождайся. Так, где мы сидели-то? Где мы сидели, ребята? Как мне туда попасть-то на это? Мне так нравилось там зданица. Как же мне туда-то? О, опять где-то, на, где-то мы на крыше. Эх, ты жалко. Жалко, жалко, жалко. Ну-ка, давайте, давайте, давайте. Побежал, побежал. По улочкам. По улице Пикадилли. Мы шли, обрывая шаг. И я там тара-та-та-та. Я туда не пошел зря. Нет, я хочу на здание туда. Мне там понравилось. И за окошечко-то как поливать-то их свинцом-то их. Пичкать-то. Так. Ребята, ребята, вот вы на зданице дойдете. Вы на зданице? Давайте я сейчас к вам примкну. Давай, давай, иди, иди, я сейчас возрождусь. Опа! Давай, давай, давай. Здесь где-то мы поднимались, да? А, нет, опять я в метро. Не-не-не, я не хочу, не хочу. Я хочу на этот самый. О, о, мститель. Ребята, вы видели? Да, 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 да. О, пошло. Вы знаете, я хочу наверх, наверх, наверх. Вот сюда, да, да, да. Вот сюда, да, да, да. Так, мне надо сориентироваться только. Сориентироваться. Здесь где-то эти. Я, по-моему, не в том окошке сидел. Да, мужик, нормально, все нормально. Я просто в соседнем, по-моему, окошке сидел. Ну-ка, давайте-ка. Давайте-ка, хоп. Да как же выйти-то из этого, оп. Так, я вот в соседнем окошке. А из соседнего окошка у нас, видать, немножко. А из вашего окна площадь красная видна. Так, мне что-то туда неохота. Так, а как бы мне туда залезть? Я так классно там сидел. Ребятки. Так, а это, наверное, вход в метро, да? Эх, жалко, я сейчас не понял, где же я сидел там на высоте-то. На высотке я сидел. Я сидел на высотке. Может быть, как-то... На какое здание-то зайти, а?
Ага. А вы с другой стороны, да, пошли? Вот отсюда, да? А, пошли отсюда, да? Вы отсюда пошли. Так. О, они закидывают, да? Нет, здесь тоже плотненько. Здесь плотненько, плотненько. Сейчас давайте, давайте откатится сейчас. Откатится сейчас тут, сейчас, сейчас здесь накатится, скорее всего, чем откатится. Так. Сейчас, скорее всего, накатится, чем откатится. Давайте, вот здесь вот они вылезали. Вот здесь вот вылезали. Так, давай, давай, давай. А-та-та-та-та-та-та. Не дошел. Давайте-ка, ой, давайте-ка посмотрим. Может, вот это здание было? Ой-ой, тут как разнесли-то. Что-то, ну-ка, еще выше, выше, выше еще, ну-ка. Еще выше? На что там по времени? По времени вот это. Ну, давайте эту серию закончим и сразу же начнем другую. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Увидимся с вами в следующей серии. И это, наверное, будет Battlefield. Всем пока, ребята.